Сейчас мы поднимались наверх, а вот сейчас на самый верх поднимаемся. С нами ехали девчонки, молодые, у которых заложило уши. Девчонки, привет вам! И я им объяснила, что если закладывают уши, значит, у вас есть головная боль. Есть. Если закладывают уши, значит, у вас есть метеозависимость. Ушные лимфатические узлы должны не мешать хорошо кровоснабжаться всем структурам уха, и тогда мы с вами адекватно реагируем. То есть наш ушной аппарат, он адекватно реагирует на всякое изменение и высоты, и давления. И вот если закладывает уши, значит, нужно чем заниматься? Конечно, лимфатическим массажем. И убирать хроническое воспаление на задней стенке. Лор вам покажет, где у вас эта проблема. И в желудке. Гастроэнтеролог все откомментирует. Поэтому лимфатический массаж, диафрагмальное дыхание, все это позволяет адекватно относиться к такой удивительной высоте. Ну-ка, покажите удивительную высоту, на которую мы поднимаемся. Вот такая красота. Будьте здоровы, не имейте метеозависимости и заложенных ушей, которые тренируются лимфатическими узлами шеи. Нашей жизни длинный путь. Пристегнуться не забудь. Какая красота. Это на другую, походу, да?